Всем бодрого времени суток. Меня зовут Шура, азиатского контента-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Сегодня мы будем смотреть с вами на, наконец-таки, сольный дебют мембера группы Пентагон, а именно Хуи. Зовут его Ли Хуетек Хвитек. Я до сих пор не знаю, как правильно произносится это имя, потому что, ну, у нас на русских источниках написано Хвитек, но если вот ханглевские буквы воспроизвести в переводчике, то там вообще не близко, не Хвитек. Вот, да там и, в принципе, с его псевдонимом до сих пор вопросики, как это все дело звучит, потому что алды его называют Хуи. В последнее время модно стало почему-то его звать Хви, но я, если честно, за алдовое звучание, хотя оно на русский и звучит так себе. Дебютировал он, собственно, в группе Пентагон в 2016 году в агентстве Cube Bot Tion Niladin Entertainment. Вот, до сих пор в этой группе числится, но за то время, с момента дебюта в Пентагон, он еще успел поучаствовать, ну, точнее, побыть в составе смешанной группы Triple H, да? И с 20 по 22 год он был в составе проектной группы Super Five, а это, на секундочку, тротовский коллектив, вот. В группе Пентагон он является лидером, главным вокалистом, сунграйтером, композитором, очень много песен написал, и не только для группы Пентагон в целом, еще и для других групп писал, в общем, очень себе талантливый человек. Кстати, в прошлом году еще засвистился в шоу на выживание Boys Planet в окончательный состав группы. К сожалению или к счастью, не вошел, но я больше склоняюсь, что к счастью, потому что не скоро бы мы увидели его сольный дебют. А тут, оба, растормошил старых фанатов, добавил новой аудитории себе и дропнул нам, наконец-таки, сольный дебют. Вышел у него мини-альбом, который называется Who is Me Complex, и мы будем сейчас смотреть клип на заглавный трек Bop или Bop, я не знаю, в процессе слушания песни, наверное, услышим, как правильно это произносится. Вот. Что ж, давайте приступать к просмотрам, а то что-то я с информационным блоком подзатянула. Ана, чульсет. А едем. Кстати, сомнительные фоточки промо у него были местами. Какое-то розовое. Ну, вот оно, собственно, розовое и есть, ага. Но я надеюсь, там и другие фоточки промо были, поэтому, может, все как-то сбалансировано будет. Не сильно ванилевно. Классная комната, я тоже себе такую хочу. Бой? Бой? А я же ничего не путаю, там баб было написано. Вроде бы. Ну ладно, я потом перепроверю. Тут он совсем исхудал. Баб все-таки. Ой, мне нравится очень такое плотненькое звучание битковое. Мне нравился вот этот шпарю. Ну, такой фанк. Такой, конечно,
Бруно Марсовский вайб. Вот. Такое, правда. Под очень обильной приправой кей-попа. Очень мне нравятся вот эти вот паузы такие, такая тишина местами очень часто, когда прям прерывается в полное отсутствие всего трек частенько. Они, конечно, очень коротенькие эти паузы, но они прям так классно акцентируют моменты. Очень сильно мне этот трек флешбэчит. Я забыла уже, естественно, имя вокалиста. Вот оно. Который в прошлом году камбэкался. Бывший мембер группы 101. Собственно, ныне сольный артист. У него фит с Бобби из Icon выходил. Вот что-то в эту же степь даже и клип местами схож. Там и у трека такое же настроение было. Ой. Коршные бэкстейжи. Судя по всему, постановочные, естественно, тоже, а нифига не бэкстейжи. Ну или все-таки реально бэкстейджи, но постановочно конкретно данные кадры. Блин, ну прикольно. Я не скажу, что я эту песню сейчас в сию же секунду утяну в плейлист, но я не могу сказать, что она мне не понравилась. Она классная. То есть если я где-нибудь ее на фоне услышу, то я, да будь у меня такая возможность, не свайпну, так сказать, на следующий трек. Она веселая, она заводная, вот. Но еще пока я не знаю, насколько она мне нравится, чтобы ее в плейлист утянуть. Скорее всего, не утяну. Наверное, у меня подобных треков достаточно с таким вайбом. Блин, ну голос, конечно, у него тут классный. Ну, блин. Короче, не знаю, будем слушать еще бисайды, может быть, прослушать. Нет, наверное, не буду еще раз слушать пока. Надо с другим настроением немножечко посмотреть, послушать, точнее, заглавку еще раз будет отдельно. Вот. Ну, а бисайды я уже посмотрела прямо сейчас. Можете пойти на Абосте. Там вот, у кого есть доступ, его посмотрят, этот видосик, где я слушаю бисайды из этого альбома. А если у вас нет доступа, то подписывайтесь. На Бусти. И будет вам счастье. Вот. Классно. Я просто ожидала худшего, потому что, ну, как бы, реагирую не сразу. Вот. Какое-то энное количество времени все-таки с этого релиза прошло. Вот. И я нехотя, но натыкалась на некоторые спойлеры, что, ну, как будто бы люди немножечко подразочарованы данным релизом. Вот. Но я не скажу, что я разочарована. Я не скажу, что я ждала чего-то другого. Вот. У меня, в принципе, он как будто бы такой вайб от него лично у меня и ассоциируется. Вот он с таким. Ну, таким, знаете, солнечным, веселым. Вот. Хотя мое крайнее пересечение с ним было в Boys Planet, где он такой, ну, слегка, не слегка, но потрепанный жизнью, так сказать, был. Но как будто бы в целом я его ассоциирую вот именно вот с каким-то вот с таким вайбом. Почему? Не знаю. Я не то чтобы очень сильно много слушала Пентагон, вот. Хотя нет, у меня в принципе группа Пентагон больше ассоциируется
с каким-то вот веселым вайбом, вот с таким вот фанком, хотя я, конечно, понимаю, что у них достаточно много есть таких и томных треков, и тудуц-тудуцных, но я очень сильно продолжительное время не погружалась до определенного периода в изучение группы Пентагон, потому что они у меня именно вот с таким вот, типа, веселушным вайбом и ассоциировались, поэтому для меня лично все еще, я, конечно, уже поняла, что они не только про веселое, что у них и секси-концепты бывали, вот. А у меня все-таки вот этот вот флер некоторый остался, что они дорки, веселятся, вот этот фанк присущ Пентагону, вот, собственно, хви, соответственно, тоже. Я его назвала хви, хуи, исправляемся, а, вот. Короче, в общем, пойду сейчас слушать бисайды. Наверное, у меня больше какое-то мнение по альбому сформируется, и, может быть, какой-то окончательный вердикт по заглавке я там и озвучу, не переслушивая ее, но, может быть, как-то, когда полная картина по альбому сложится, я пойму, что да-да, нет-нет, вот. А сейчас могу только сказать, что в целом мои лично... Ну, во-первых, у меня не было никаких ожиданий. Сольно дебютнулся. Молодец. Приятную песню выпустил, вдвойне молодец. Моих ожиданий, и которых не было, не то чтобы не оправдал, но и если бы эти были ожидания, то я бы, наверное, примерно такого и ждала. Так что, в принципе, я довольна, мне вообще сказать нечего. Вот, и на этом я, наверное, буду заканчивать. Вот, напоминаю, топайте на Boosty, чтобы узнать мнение по бисайдам. А напоследок я проголосую, хотела сказать. Поблагодарю моих авокадовых спонсоров, которые уже поддерживают меня на Boosty. Молодцы какие, саранхульки ловите. Вот. На этом, собственно, все. Пишите в комментариях, что-то я начинаю заговариваться. Если честно, я записываю уже третью реакцию подряд, потому что вы сейчас вот эти реакции смотрите, а я уже неделю в другом регионе нахожусь. Вот, приходится контент заранее делать, и уже язык заплетается, если честно. А мне еще один видос надо записывать. Что ж, на этом, собственно, все. Пишите в комментариях, как вам сольный дебют, оправдал ли он ваши ожидания или не оправдал, как вообще вам вот такое его амплуа в таком формате, могли бы вы его представить или вообще ждали чего-то диаметрально противоположного, вот. Короче, пишите, как обычно, все, что хотите, а у меня на этом, собственно, все. Всем спасибо, что смотрели, всем пока!